Помните, как наша парочка поссорилась в торговом центре, а потом Ромка сделал все, чтобы помириться с Мией? Ну, короче, пытался тут привлечь ее внимание. Так вот, я уже начала делать продолжение, и, как видите, эти котятки помирились. Блин, мне очень сильно нравится этот арт, сейчас я буду его раскрашивать. Но Ромка просто здесь какой-то невероятный красавчик, а Мия выглядит очень стильной. И я, короче, в телегу, как обычно, уже выкладывала спойлеры, и некоторые заметили, что вот здесь вот кое-кто сидит с разбитым сердечком. Да, многие правильно поняли, что это Макс, я просто не хочу полностью спойлерить картинку, потому что вот под моей рукой есть кое-что, что я пока не хочу вам показывать. Короче, это грустный Макс, и на это есть свои причины, это, скажем так, продолжение истории. Пока что не хочу вам все карты раскрывать. В общем, сначала вот это вот раскрашу, а потом перейду к истории про этот арт, так что ждите. Ссылка на телегу в описании, подписывайтесь, да, там постоянно всякие спойлеры к арт-сериалу.